Как вас зовут? Артем. Полное имя? Хохлов Артем Викторович. Откуда сами? Сам, вообще родом с Казахстана родился. В 94-м приехал в Сибирь и сейчас проживаю все это время, ну, с 94-го в Кемерской области, город Междуреченск. Угу. Семья есть? Гражданский брат. Дети? Гражданский. В армию когда пошли? Я добровольцем пришел. В армии не служил, нигде не воевал. А как добровольцем когда записались? Это контракт, как контракт получается, 10 мая написал. А в Украину где зашли? Где зашли, я так и не понял. Ну, я ориентируюсь плохо по географии, как говорится, два. А вот... Ну, с территории России какая была? Да я знаю, что нас только привезли где-то километров 5 от севера Донецка. И какие-то в городах там мы недолго находились, которые уже были захвачены, как говорится. А когда в плен взяли? 28 мая. А зашли в Украину? 10-го, да? Нет, зашли, по-моему, 11-го прилетели. 11-го. А должность какая? Ну, рядовой. А сколько платили? Получается, нам за 2 месяца заплатили, это чеченских. Ну, я добровольцем через Чечню шел. Чеченских. Это вы через Чечню шли, да? Вот да, это да. Там у них Ахмат это есть? Да, или да, что? Да. Вы в Ахмате были, да? Ну, получается, да. Ну, там один только, это как, кто отправляет добровольцев в одно место через мэрию города. Не, я понял, но у них вот это, которые формируют добровольцев, это Ахмат называется, да, вот эта ну, организация или еще что-то? Ну, там в Кикчале все Ахмат, сила, а Ахматом мы там, Ахматовцами мы все там не называли никто. Я понял. И сколько заплатили? За 2 месяца 300 тысяч получается, и еще обещали... то, ну, когда домой приедешь, тебе суточные по $53 за сутки. Плюс? Да, это от военкомата уже. Это по 150 и по 150 тысяч рублей плюс по $53 суточно, да? Да? А почему пошли воевать? Ну, мне, во-первых, было... Я, как, когда я смотрел видео, вот это, где набирали добровольцев, там командир был не чечен, а русский, вот именно что говорил. Я пока не убежусь, что хоть и там в армии там какие-то там есть у кого-то там какие-то познания в войне, не убежусь сам, да, что понимаете команды, вперед вас никто не закинет, получается. И я думал, так как я не служил, нигде не воевал, то есть я на 2 месяца поехал, ну, как бы сказать. И интересно было, что здесь на самом деле, потому что с двух сторон грязью объявляют, ну, Украина и Россия, Россия и Украину. И для себя, ну, и думал, там не будут меня никуда закидывать на первой этой линии, как говорится, обороны. Думал, там помогу, там патроны, не патроны, там чем-нибудь помочь таким. И домой уеду. А в оконцовке у нас, получается, попал я в штурмовую бригаду. И вот мы заходили в Северодонецк. Это вы брали Северодонецк, я так понял, да? Заходили. Ну, то есть там большие бои были, очень ожесточенные. Были минометные, да. Там прям постоянно долбили. Это я в день, самый нормальный день, это когда я 3-4 раза под минометы попадал, под украинские и под свои тоже иногда. Да. То есть, ну, я для себя так и не понял. Вот вы записались добровольцем, да? Ну, что было причиной? Деньги? Вообще идея? Деньги, идеи и узнать все-таки познание же тоже. А чем занимались до этого? Какая работа? Я до этого огнеупорщиком работал. Вот я месяц отработал, чтобы у меня на проезд был, и уехал. Я, получается, котлы ремонтировал в котельных. Угу. И сколько получали? Ну, где-то в среднем 50 тысяч там получал. А там 150 типа платили, да? А идея какая была, вот, например? Ну, во-первых, если взять, нам просто сказали, вот ЛНР, ДНР, получается, военные Украины долбят, закидывают. Нам также дома эти разрушенные, бабушек, женщин всех показывали в крови, все то же самое, что и Украина сейчас показывает про Россию. Только при этом нам это объясняли то, что... Сейчас они, братьев славянов, которые сейчас нуждаются в нашей помощи, добьют. Здесь это Третья мировая идет, получается, что она давно уже началась, просто сейчас уже такая фаза в ней. И то есть, получается, когда Украина соединится
с этими, с Европой, получается, Европа будет, потом нападет уже на Россию. Лучше воевать, получается, на территории Украины, по идее. Потому что сегодня эти дома страдают, потом наши будут дома страдать. И все. То есть, получается, когда придет в НАТО, они пойдут, будут здесь стоять базы, ракеты европейские. И то есть, получается, то, что здесь в данный момент идет Третья мировая, оружие со всем Западом, Третья мировая, оружие, то есть, поставляет все страны, а руками воюют украинцев. То есть, получается, они так и говорят, американцы не любят своими руками воевать. Вот. Я так понял, вы такой плотный фанат телека, да? Нет, на самом деле. Нет, флагами там, с нацистскими, там, с лозунгами фашистскими, там, с зихаем, вот этим, там много просто. Вот то, что вы рассказываете, вы верите в это? Нам вот что показывают, я честно говорю, я даже не сомневаюсь, что у нас даже некоторые там ходили с этими... Не-не, вот вы это рассказали, Третья мировая, да, там украинцы, братья-славяне. Украинцы — это же славяне, да, в принципе? Ну, там получается, если вот так взять, да, как, ну, где-то, ну, согласитесь, славяне 40% на земле. Правильно, если не больше. Ну, вообще взять землю. Полностью. И то есть, всего мира 40% ну, это славяне? Я так, чтобы не это, братья-славяне, понимаете? Если, ну, так образно возьмем. Сколько человек живет на Земле? Я в подробности в этом не даю. В смысле? Откуда цифры берется 40%? Я, чтобы не обмануть, если я скажу 80% славяне живут, на меня обидятся мусульмане, там еще какие-то буддисты и все остальные. Если вот так даже возьмете 40%, я к чему клоню, то что если я кому-то, мы будем кому-то помогать, все равно славяне будут страдать. Потому что... Мы это кто? А? Мы это кто? Вообще хоть кто будет помогать даже? Потому что, как ни крути, кому-то ты помогаешь, а кому-то... Вы кому помогали? Это получается, кто просил ЛНР, ДНР, кто просил помощи. Ну, так кому? Ну, там туда кому вы помогали? Тоже братьям славянам, получается. А украинцы это кто? Тоже братья. Но я же говорю, если ты кому-то помогаешь, кому-то все равно будет плохо. Тем более, это война, она не может приносить счастье. Это не спецоперация? Это? Нет. Потому что даже они сами говорили, это Третья мировая война. То же самое, что с немцами были. Вы даже сами подумайте, вот немцы напали на Россию, да? Земли какие. То есть, получается, это не немцы, это немцы. Ихними руками на нас напали. То есть, там же не были одни немцы. Где же они столько народу-то нашли, чтобы на нас напасть? Получается, это опять объединилась вся Европа. Мы в данный момент сейчас неинтересно никому. Стоп, Хохлов. Стоп, Хохлов, это уже каша какая-то в голове полная. Вы верите в это все? Это нам. Я вообще... Ну, вы верите. Я понимаю, что там говорит Скобеева, Соловьев. Нет. Самое интересное, вот про что, почему война-то его, мы почему боимся? У нас много ресурсов. Нам не надо Кока-Колы, там, Макдональдса на самом деле. Сейчас война везде идет за ресурсы. У нас большие ресурсы. Когда говорят, что твоя семья может пострадать, ты начинаешь задумываться. Если даже... А какие ресурсы? Ну, у нас вообще ничего нету, ни газа, ни нефти, ничего. Нету? Ну, получается, какие ресурсы-то? У нас вся таблица Менделеева. Ну, хорошо, у вас есть ресурсы, и то есть, что Украина хотела русские ресурсы? Нет, я же... Мир? Нет. Получается, я же говорю, нам говорили, Третья мировая, идет нападение со стороны Европы. Вот вы говорите, нам говорили, вы в это верили? Ну, конечно. Верите до сих пор? В это уже как бы, вот честно говоря, я вот сейчас здесь сижу, реально, я представлял украинцев немножко по-другому. Например, как? Ну, это немножко ленивые такие, даже не очень много сильно ленивые, но я их представлял, слегка туповатые, ну, мое такое, ну, нам, потому что по новостям, это же про Украину постоянно нам говорили, до всех этих конфликтов постоянно. Хорошо, ленивые, туповатые еще. Да, а в оконцовке я даже здесь я посмотрел, да, то есть даже эти, кто нас охраняет, они, ну, раз сами берут и подметают, например, за собой.
Они не берут военнопленного, не говорят, и ты иди подмести. А утром встали, сами за собой, ну, смена кончается, они сами за собой подмели. Вчера я наблюдал, как один из охранников сам штукатурил, например. Я вообще был поражен. От того, что матершинных слов мало здесь я слышал. Даже когда меня в плен брали, меня пацаны брали лет 19-20. Я был в шоке, конечно. Ну, конечно, один там прорубил, но это нормально в плену. А чего был в шоке, не матеряться, грубого слова вообще не слышал. Я так понял, что вы были за деньги сюда пришли воевать, за вот эту, за этот весь бред имени Скобеевой, Соловьева, Симоньян. Честно, это все лечит. Я их мало смотрел. Не, ну, это то все, я что... в основном работал после... Нет, это все, что вы говорите, это все, что вы говорите. Грубо говоря, это они говорят. Ну, правильно? Это телек. Это что? Пропаганда. В курилке говорили вот так мужики, больше вот так. Или что я успел во время обеда посмотреть. Хорошо, оттуда. Стреляли? Я? Да. По мирным нет и по военным нет. А что делали? Ну, получается, нас 5 километров до Северодонецка как это закинули. Мы, получается, были просто все это время под обстрелами артиллерии. Под первую артиллерию мы под свою попали. Все остальное мы попадали под украинскую. Были артиллерии. То есть я в день это попал по артиллерии, это когда уже где-то в метрах 15-20 взрывается, я считаю, а что там дальше, я уже это не считаю, я попал под артиллерию. Так что лежали просто 10 дней в Украине? Почему? Что? Передвигались. То есть, ну, не стреляли, да? А в кого там стрелять? Там лес, по лесополосам. А если мы там заходили, там, например, в базу отдыха, там никого не было. А как взяли в плен? Взяли. Мы зашли в Северодонецк, получается, там были дома свои. Мы зашли, получается, зачистку сделали, а там дети, как старики и женщины, ну, как всегда. И все, то есть ни боев никаких не было, никто не взрывал, ничего никак. Артиллерия, тоже удивился, вообще не работала ни с обоих сторон. Обычно, если мы, например, заходим, по нам... Я понял, как взяли. А взяли, мы, получается, зачистили. Я себе, ну, я понял, как все, ну, как, я же никогда в стычках не был, скинул с себя бронежилет, этот, магазины, вышел просто на улицу, а был 23 мая, день пограничника, и это, сколько их там, 4 погранца бухники были, мы, говорит, и женщина с ними, она говорит, я, говорит, покажу, где вот здесь магазин, и все, я говорю, а что здесь магазин есть, они такие, есть, сейчас женщина покажет, мол, я говорю, там русские берут деньги, ну, российские деньги, потому что я когда приехал, я же платил... Я думал, ну, с кэшем приехали, 150к. Нет, нет, я это домой отправил, ничего. Мне, получается, вернули за проезд это, чечены, они возвращают по прибытию. И то есть у меня 7500 где-то еще осталось. Я думаю, куда мне еще полтора месяца здесь находиться? Ну, и деньги. Думаю, пойду что-нибудь посмотрю, там прикуплю. И все. И пошли мы, 200 метров прошли. И, получается, солдаты украинские, это между девятиэтажками, мы на пятак вышли вдвоем, и, получается, они выбежали. А там уже, получается, как неразбериха была, все в разных камуфляжах, уже непонятно, кто был, короче. Ну, я понимал, что это все свои. И мы вот вышли на этот пятак, и украинские солдаты, получается, выбежали, просто оружие ложьте и идите к нам. Я думал, это наши вообще. И все, я положил оружие с мужичком, и мы подошли. И получается, мы подходим, смотрим, а это не наше, оказывается. И все, нас везут. Короче, вы приехали и взяли участие в Третьей мировой войне, правильно я понимаю? Ну это потом история докажет или не опровергнет. Я точнее не могу сказать. Я понял. Хорошо. Защищали славян братьев, да? А других братьев славян? Я же вам говорю, получается, Европа, как нам объясняли, Европа... Да не, я не спрашиваю, что вам объясняли. Да. Что вы делали в Украине? Я же высказал свою точку зрения. Защищали славян, а других славян также взяли участие в Третьей мировой войне. Это начало уже или разгар? Это? Да. Я вот честно, да, я вот про потери, у нас так не говорят, сколько я здесь, от вашего телевидения, от вообще здесь людей слышал. Я был, чем быстрее бы она закончилась вообще, тем для всех было бы лучше. А как закончить ее? Миром. Не русским, не американским, просто миром. А то есть здесь воюет Америка, да?
Здесь не обязательно. Ну, вот где американцы. А? Сейчас подчеркну, когда я говорю Америка, вы говорите, это же Европа. Когда я говорю Европа... Так кто воюет? Нет, я спрашиваю, я не могу понять, кто воюет. Это Европа воюет в Украине, руками украинцев или Америка? Европа. А зачем это Европе? Хорошо. А ресурсы? А то есть, а вы в курсе о нафтовом эмбарго для России? Это что такое? А вы не знаете, что это такое? А то, что то есть на другие рынки сейчас смотрит Европа, не на российский газ. Санкции. Вы слышали это слово? Слышал. Вот мне... Ну, а это, ну, простыми словами. Я знаю, да? Что такое санкции. Да, ну, мое мнение... Ну, вот... какие ресурсы? Они все... Я вообще, мое мнение, да, вот война или что-то бывает, да, она какие-то плюсы все равно дает. Мое мнение, да, вот железный занавес нужен России. Лет на 50, и тогда у нас там опять будет производиться внутри промышленность и все остальное. И все. Мое мнение. Что санкции, чем больше санкций на нас, для нас это лучше. А чтобы развитие было, да? Конечно. А если взять даже вот простую Волгу, машину, Ниву, да, в свое время, когда мы, у нас ее в России делали, Чайку, автомат там был. Стоял. Это был топ, да? Потом мы просто, как получается, мы промышленники посмотрели, у нас все есть, будем за копейки промышленную это все продавать, нефть, газ, и будем покупать, зачем нам что-то свое производить. Ну, это мое мнение. Как такие машины делали, потом раз, и оказывается, а Нивами и Волгами на них до сих пор ездят. А сколько вам лет? Мне 37. 37? 37. Я старше ваш. А вы такой человек Советского Союза, вот такой прям... Ну, это плохо или хорошо, я не знаю. Не, ну, я просто говорю. Вы знаете, вот 37 лет, вы моложе меня, да? Вы знаете, как вообще родились марка машины «Жигули»? «Жигули»? Да. Вообще нет. Это известная марка, да? «Жигули», да. Русская? Я про «Волги» говорю. Не, ну, я говорю о «Жигулях». Ну, вот вы говорите, что... Вот снова автопром, да? Вы говорите там «Волги», да, вот «Жигули». Откуда вообще как родились «Жигули»? В курсе? Ну, из «Запорожца» тоже хорошая машина. Нет, из «Фиата», итальянского. Потому что в Советском Союзе ничего не было. Вот. И они взяли вот эти линии «Фиата», перевезли в Советский Союз, и на базе линии «Фиата» сделали «Жигули». Это развитие. А китайцы, они все штамповали, штамповали, как я что? Помню. Нет, так при чем здесь штамповали? Ну что, китайцы свое производят. Ну, сейчас, сейчас хорошие, качественные вещи производят. Какие? Ну, они просто дороже. Я не знаю. Я вот взять, да? Ну, какие вещи? Я в Китай когда съезжу, но я туда не хочу ехать. Я вам все точно расскажу. Потому что где вы были, кроме Кемерово? В Казахстане, в Новом Уренгое был, все, в Череповце был, в Мурманске был. Я тоже был в Новом Уренгое. Да. Когда мне было 18. Мне было просто... Я там жить не хочу. А мне там, с одной стороны, понравилось. Уродов меньше. Ну, потому что тундра в основном. Местные с ненцами общался, в принципе, нормальные люди. Ну, а знаете, почему он там нормальный? А знаете, кто Сибирь строительство сделал? Новый Уренгое построил и так далее? Кто-то их как свои они стали мне, да? Нет, знаете, нет? Кто? Кто? Не знает. Немцы. Не, я просто когда... Украинцы. Украинцы, белорусы. В каком году был построен Новый Уренгое? Давайте сделаем так, что если по истории у меня два, по географии у меня два. А в чем вы сильны? Я? Да. Как в чем? В пропаганде, в идиотизме. Ну, я смотрю, вы берете участие в начале Третьей мировой войны. Давайте. Я нигде не был, ничего не знаю. Вы меня спрашивали, почему я здесь? Я вам сказал, нам сказали так и так. Я приехал своими глазами убедиться, так это или не так. Ну, и так это или не так? Автоматы, вам скажу, все у всех калаши. Бывает там... Нет, так или не так? Я хочу, ну, услышать, так или не так? Ну, хорошо, вам сказали. Здесь так или не так? Честно, я еще не разобрался. То есть, я-то думал, здесь у всех автоматы заграничные. Если взять эти артиллерию, я здесь не видел. По картинкам я вам тоже не могу сказать. Правильно? То есть, войну я толком не видел.
Каким оружием нас долбят, я тоже не видел. Долбят постоянно. Вот что-что, долбят, да. Прям реально долбят. Я прям в шоке, что я сам выжил, даже несмотря, что сколько там до Северодонецка мы дошли, там за 2 недели, получается, образно, да. Я вообще был в шоке, что я выжил. Потому что долбили днем и ночью нас. И свои, и больше чужие. Ну, бывало такое, попадали. Как я вам могу сказать, не видя того, что утверждать конкретно, что здесь происходит? Но нацисты есть здесь? Нацистов я здесь не видел. Я же говорил, специально даже. Но верите в это, да? В это? Да. Я вам даже скажу, нацисты у нас даже в России есть. Они в каждом городе есть. Но их здесь не видно. Да, конечно, они в России. Но где они должны быть? Вот я даже смотрел вот репортаж про этого, этот рыжий такой, Бабаян без правил. Он там что-то накосячил, убежал куда-то там за границу, и потом зихайкал там с нацистами, там, или в Польше, что ли, угорал. По концовке сейчас опять... А вас сразу взяли, да? Вот русские сразу согласились, чтобы вышли добровольцем. Да. Там... Вот сразу, вы пришли... Я позвонил, сообщил, то, что там судим, не судим в армии. Ну, то есть они вообще на человека не смотрят, да? Вот если с вами поразговариваешь, например, я думаю, что украинцы вас бы в армию не взяли. Ну и что? Я просто говорю, вот я слушаю вас 20 минут. Это все такие в русской армии добровольцы? Есть и поумные люди, там, военные. А вы что, себя тупым считаете? Нет, я говорю, по военным. Вы себя считаете умным? Я считаю себя необразованными. Умные люди, это там, которые, как вам сказать, историю, вот как вы знаете. Понимаете? Ну, умные люди, знающие, как, кто с кем когда разговаривает, да? Вот если я не силен в истории, да? Вы это сразу поняли. Да вы ни в чем не сильны. Ну, я вам серьезно говорю. Вы приехали за бабки убивать украинцев. А рассказывайте мне о какой-то Третьей мировой войне. Хорошо. Не, я закончу. Я закончу. Вы приехали за деньги убивать украинцев. За деньги. Пускай будет по-вашему. Причем здесь по-вашему? Вот я вас слушаю 20 минут, вы какой-то идиотизм рассказываете. Пускай. Вот пусть ваши соотечественники это смотрят. Ну, то есть в добровольцы записываются, ну, полные какие-то идиоты. Да? Вы говорите, ну, я честно вам скажу, вы говорите, что вы не образованный. Я еще не разобрался, есть ли нацисты. Как условия здесь, хорошо? Именно здесь? Да. Здесь хорошо. Хорошо. Да. А русские почему украинцев убивают в лагерях пленных? Вот я тоже про это не могу ничего сказать, но я вам скажу одну историю. Со мной в добровольцах был пацан, у него брат спецнази. Он непосредственно в России, ни на ЛНР, ни в ДНР, он в России охраняет ваших военнопленных. Угу. Он говорит, они там чай пьют, лежат, книжки читают, своими делами занимаются. Никто ни в чем не ущемляется. Он тогда еще рассказывал. Я, говорит, вообще в шоке. Брат, говорит, тоже в шоке, что вот так. Взять даже там больницы в ЛНР, вот мне здесь рассказали. Я там не был. Но что мне рассказали, больные также там чай, не чай. Понимаете? Слушая вас, согласен, где-то, может, и есть такое. Да? Может, в смысле есть такое? Это факт. Вот я по телевизору. Это факт. Я согласен. Это подождите. Факт. Ну и факт, что у нас есть и нормальные места. Правильно? Нет, я не знаю, есть ли в России нормальные места. Ну, вы приехали сюда убивать за деньги. Вы себя не нашли, я так понял, в жизни. Вы последнюю какую-то работу все организовали. Вот и поехали убивать украинцев за деньги. Вот, вы просто в жизни не состоялись. Почему не состоялся? Ну, а кем вы работали? Вы месяц зарабатывали, чтобы приехать. Почему? Мне дали 100 тысяч, я месяц отработал. Подождите, а что моя должна семья есть? Я взял чисто на проезд. Нет, в смысле, что должна семья есть? То есть за деньги? Я закончу. То есть за деньги, которые вы здесь заработаете, убивая украинцев, ваша семья должна есть? Это нормально? Я про работу, по которой вы сказали, где я не состоялся. Мне там заплатили мои... Вы сами говорите, вы необразованный. Вы говорите, что вы необразованный. На какой работе? Это надо? А? Мне это надо. А какого вы сюда приехали? Да живите там в своем Кемерово. Да согласен. Чего сюда приехали? Я же вам говорил, нам когда сказали, ЛНР, ДНР
забьют, когда все дома разрушат, захватят ЛНР. А в Кемерово, ну, то есть, не, все хорошо жить, да, там что? Какой уровень жизни? Кто как хочет, так живет. А почему? Ну, все, вот живите там, как хотите. За 50 тысяч или за 40. Зачем сюда приехали? Я же вам сказал. За деньги. Пускай за деньги. За деньги. За деньги. Гражданской жене слать, правильно? Убивая украинцев? Я его убивать не переезжал. А куда? Ну вы же на войну приехали. Что? В России все хорошо, прямся в Украину, да? Ой, сколько? Всегда хорошо там, где нас нет. Сколько до Кемерово от границы? Да куда? Российско-украинская. Я ехал... Это Сибирь. Угу. Боялись, что туда придет НАТО, да? Почему именно в Сибирь придет НАТО? Как? Третья мировая началась? Ну и что? Так она уже давно, говорили, идет. Сперва она была такая, сейчас такая. Ну, Европа, НАТО, базы, все дела, Кемерово. Сколько получается, Европа... Я там не силен, да? Сколько было хороших городов, где было все хорошо, и пришли там американцы, там, и все было стало плохо, например. Не было таких случаев. Ну, тогда вы меня извините, мы просто... Телевизор раньше другой смотрели, история у вас разная. Куда в Европе пришли американцы? Никуда. Я выше не могу. Куда пришли американцы? Я не буду... Какую страну захватили американцы? Вы хорошо там знаете историю, там знаете, когда числа какие-то, там как, в какие года, там не знаю, там имя, фамилия. Это я вам уважаю, что у вас такая хорошая память, что вы начитаны. А это все хорошо. Чего русские сюда пришли? Я уже ответил. Хотите что-то сказать своим соотечественникам? Нет. А чего? Ну скажите, как происходит Третья мировая здесь? А они все сами... Как с нацистами? Все сами видят. Все равно, если вот так разобраться, там, процентов, как бы кто друг у друга грязи не поливал, 10-30% всегда там правды увидишь. А там много так думают, так как бы? Я как могу за всех сказать? Ну, жена ваша то же самое думает? Жена по-другому там думает. Как? Ну, я, то, что я здесь оказался, там у нас другие причины были. Какие? Ну, это личные. Мы же не будем за мою жизнь Ну, типа кеш? А? Кеш. Че кеш? Ну, кеш. За убийство. Че кеш за убийство? Ну, жене кеш слали за убийство? Взять я не собирался. Вы если бы изначально меня слышали, я сказал, что я как вспомогательные силы ехал. То есть помочь. Если бы вы меня слышали, я бы вам сказал. Я слышал то, что если я не понимаю, как воевать, меня напередок никто не кинет. А с чеченцами воевали? Я? Да. А где бы я с ними воевал? Да не, ну, типа, вы же с Ахматом сюда приехали. И что? А, нет. Не? А, получается, они только командиров своих ставили, а в чеченцев среди нас. Среди нас были с Казахстана, ну, со всей России приехали. Хохлов, читайте книги, учите историю. Да. Я буду умный. Смотрите нормальные источники информации, и, может быть, когда-то вы поймете, и к вам дойдет, что вы спороли глобальную фигню в своей жизни. Может быть. А может и нет. А может, я уже так думаю. Знаете почему? Потому что Россия, если направляет войска, да, то есть даже добровольческие, недобровольческие, и если закидывают наперед, то это же люди, она же этих людей обучала войне. Правильно? И пускай она обученных людей и закидывает. А не таких добровольцев, как мы. Если на то дело пошло. Извините, я смотрю на вас, вот то, что вы говорите, они таких добровольцев, как мы, они... Все.